По дереву ходят. Ага. Сейчас вообще не испугался. Чисто вот хладнокровно победил соперника в данный момент. Просто хладнокровие, чат. Вам как бы есть у кого поучиться? Забежал к нам на первый этаж. За что опять руку-то, ну? Все такое. Солевой Кирилл. Ну вот я же говорю, на Японии играем, чат. Так, никто тут больше не сидит. Фар, блин. Бежу, окей. Это все один и тот же. Он все магазин БПшек впитал. Да нет, тут еще один лежит. Окей. Не, я вот это убивал. Причем он на тебя так на тебя наводился, блин. Ты бы видел. Ну, лежа, это стрелять неудобно. Эротик Барбер. Капец, как он? Блять, это я. Он чисто на руле, походу, играет, молодой человек. Просто вот так. Медленно так. Я себе от G-Pro X села, настроила норм звук везде. Ну, это которые беспроводные, да? Я вот тоже все мечтаю о беспроводных наушниках. Наверное, это офигенно удобно. Бога, с такими ценами это мечта остается. Хотел Мэтта эротично постричь, может быть. Убили меня, сидит на входе прям. С правой стороны. Там как-то залетал на стрим один чел и утверждал, что все наушники до 100 тысяч рублей это не наушники в целом. И вот он как бы типа использует наушники Sennheiser за сотку, и вот он имеет в разы больше преимущества в игре, чем все остальные игроки там вместе взятые. Я, конечно, посмеялся как бы, но он прям был очень настойчивый в этом, поэтому я теперь постоянно вот говорю про наушники за 100 тысяч. Это он что-то на богатом говорил? Да-да-да. Ты или кто-то? Он же не по мне сейчас стрелял? Не, вроде не по мне. Показалось. Да. Ты увидишь там что? Ты подбегаешь с АГС-ки. Да. Давай с двух сторон. Прямо убил в Библии. Убивай своего. Хорошо. Боялся в тебя попасть. Тихо, погоди. Да. Не понял. Фиксука-то нет. Я ему попал в бастион сзади БПшкой и не пробил.
как тебе такое? Повезло, там же есть шанс. Вау. 40-й. Как бы на YouTube-то я один хрен буду выкладывать видосы и все такое. Даже если я с этих видосов ни копейки не буду получать, все равно буду их делать. Потому что это контент как бы делается для вас. Чтобы вам было чем заняться там за... За чаечком, так сказать. Перед сном там или в обеденный перерыв. Понимаете? Кстати, на трово я посмотрел, у меня до первого уровня еще 6 человек осталось. Грена, нам пришла. Я в себе. Одного убил. Право взял. Не-не, изи. Ебот за спонсом адекватный. Так. Чтобы вот этот мультистриминг делать. Сидит, сидит. Второй левое или окно. Первый? Второй этаж, левое окно. Металл убегает. Гранат только подготовлен. За общагой пойду. Я вышел за общагу. Тоже. На улице никого не слышу. Может, он обратно зашел? Нет, не зашел. Сидит из забора прям. Убил. Грудак мне пробил. Убил, да, его? Да, да, да. Там СВД. Там, СВД. Помню, СВДшка стреляла. СВД, СВД, СВД. Из окна СВД тогда стрелял? Да, 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 да. Вот. Хорошо он косой. Вот, не попал на перебежку. Так, так, так. Что с подпиской станет? Я ж писал новости про ютубовские спонсорки, ребят. Их можно отменять, то есть не продлевать, потому что за них уже YouTube ничего не будет давать. То есть вы сейчас по факту вот эти спонсорские подписки просто деньги перечисляете YouTube, короче говоря. И все. Люди пишут, что пиксели у них. Так вот, пиксели это из-за зеленки. Это ж Тарков. Тут трава, блин, кусты, деревья. Ни у одного стримера нету Таркова, где не было бы пикселей, понимаешь? Даже у топовых там типов, когда, допустим, Рекрент играл в Тарков, блин, у него два компа с топовым железом во всем мире, блин, представляешь, в мире. Само собой, он себе может позволить хорошие настройки и все такое стрима имеется в виду. Но у него и то были пиксели, блин. И пиксели были еще хуже, чем у меня на стриме, потому что я стримлю в 4К. То есть, это Тарков, это нормально. У ангара с рычагом. И проходная открыта. Убил проходную. Еще. Блин, там еще один. Живой? Да. Убил второго. Бега. Га, вот тут кучно засели. А, это он выжил после первого спрея. Понял. Ну. МДР-ка громкая, да. Видимо, он... Да, Леня, я забыл про него. Ты уже снаружи? Ты на территории? Да. Вот, по металлу. За заправку у меня тип. Ты не дохнешь, что Вася, бля, убил. То ли не регает, то ли живучий. Ну, второй уже такой, мне кажется, не регает. Я шестую, пятую забрал. По мне лазер светит с камней, кажется. Да, 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 светит, светит. Можно грен его пугнуть? Надо, надо. Кинешь? Отправляю, отправляю. Он даже не пугает, он просто лежит. Их двое. Один сверху, другой под сиськами. Под камнями, точнее. Там грену туда, на сиськи. Одного убил. Какого? Верхнего, нижнего? Верхнего. Я справа, под сисек.
Тут ни хера погоды не видно. На камнях. На камнях? Да, поднялся туда выше, я ему дал пару хитов. Ни херово, хилюсь. Он убегает, противоположный от нас. К ботам туда? В этот. В будку зашел, в медицинскую, понял, наверху. По-моему, дал ему флик только что хороший. Блять, погода вообще в тему. Да, да, да. Да, 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 флик ему зашел. Хорошо. Не хилиться надо. Желька нулевая. Да, ну, я б, наверное, сам взял. А посмотри, вот, типа, на камнях. А где он там, я просто не знаю. Камни в сторону заправки. А, вижу. Целая? Тут 47.9, 47.9 генка мобильная. А, ну пойдет. Ты сейчас с лазером, да, светишь? Нет. Если нет. Лазер был. У тебя синий лазер под тобой, нет? Нет, красный лазер. Это у меня нету. А, это у этого типа. Да, у этого типа на стволе. Ты доскручивал? Нет, так надо, не докрутил. Угу, может быть. Ты бегаешь? Ну, я у забора бегаю. Да-да-да. О, силу обузим тут. Щелик. 51 уровень. Проблема этого челика с прокачкой силы. Да у меня проблема с прокачкой выносливости, вот как бы, имеется. Ой-ой, крокодил, какие смайлики там. Можно, если есть фантазия, да, как бы. Да, наладили, молодцы. Сейчас, кстати, тут была удобная ситуация, что на меня чел вышел в упор, а у меня оружие короткое, и оно поэтому у меня не стакнулось, и я его спокойненько перестрелял. В этом плюс, конечно. Там чевок. Он еще и на хатапках. Почему я опять не вижу, как он бегает? Это как вчера, может быть, невидимка тот вернулся ко мне.
Кстати, кто-то на общаге выехал только что, походу. Это он? С дробовиком. Там дробовик был, нет? Вы не помните чат? Вот он. Вот этот дробовик там был. Причем машина ведь уехала здесь, а они тут как-то сидят все это время. Интересно. Чтобы ты подумал, что они уезжают и шел их пушить. А, ты в этом плане. Кстати, могли, да. Это ж надо быть умными. Ты думаешь, они такие умные были прям, да? Интересная, конечно, идея-то. Типа они отправили машину, сели с дробовиками ждать, да? Пока кто-то пойдет их пушить на машину. Слушай, это имеет так-то смысл. Может быть. Может быть так и было. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.